Я вас поздравляю, ребята, ура! 18 ноября в Лыткарине прошло торжественное открытие новой детской площадки. Горки, крутилки, качалки. А главное, корабль, почти как настоящий, с гордо поднятым флагом Лыткарина. Завидно становится тем, у кого детство уже кончилось. Покажите, как вы можете дружно сказать спасибо? Спасибо! Молодцы, с праздником! Восьмая в этом году детская площадка была построена в рамках реализации программы «Наше Подмосковье» губернатора Андрея Воробьева. Что видят люди, выходя из подъезда, это наши дворы. Один из основных элементов двора – это детские игровые площадки. После того, как была перерезана символическая красная лента, настал долгожданный момент старта испытаний игровых снарядов. Мне вообще никогда не сложно спускаться. Тебе не страшно? А-а. Ты смелая, я смотрю. Да, я всегда смелая. Скажите, вам понравилось скольжение? Да. Насколько это сложно так подниматься, скажи? Очень сложно. Мне понравилась крутилка. Что интересного на крутилке происходило? Что можно делать на крутилке? Крутиться. Далее делегация проверила готовность еще одной новой игровой площадки, построенной неподалеку. Григорий Козлов, Александр Тестов. Новости Лыткарина.